Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Снова в эфире я, Роман Карасев и Милан Вуйчич. Мы ведем репортаж из города Новый Сад, Сербия. И продолжение нашего первого видео. И, пожалуйста, все дальнейшие действия за Милан. Здравствуйте, дорогие зрители, родители, участники и тренера, судья. Я рад, что снова вместе. Но так, первое, давайте ответим на мой вопрос. Как человек ходит по улице? Сказали, физика нас учит, что если кто стоит, он будет стоять, если какая сила изнутри или снаружи не нарушает его равновесие. Значит, если я хочу сделать шаг, я первый должен нарушить свое равновесие, и потому делаю шаг, чтобы не упал на нос. Если хочу сделать следующий шаг, тоже нарушаю равновесие, и нога идет. Тоже так. Если хочу назад, я нарушаю равновесие назад и делаю шаг. Нарушаю равновесие и делаю шаг. Для чего это важно? Дзюдо на схватке. Этот перенос веса с ноги на ногу. Это момент атаки. И если мы хотим покинуть соперника, прошу, и он спокойно стоит, крепко стоит, тот, что я его ударяю по ногам, тут нету броска. Даже получаю замечание за неспортивное отношение от своему сопернику. Чтобы соперник нарушил равновесие, значит, тот, что первый раз говорил, я делаю шаг, вот, он, чтобы хотел задержать мой оборот и мой кимоно, а не нарушить эту дистанцию, он делает шаг и переносит вес на эту ногу. И сейчас давайте понятие. Учикоми, накекоми, кузуши разделяем. Многие из нас учили, что это считается учикоми. Это большая ошибка. Очень большая. Это один из вариантов кузуши. Нарушение равновесия. Когда мы отталкиваем соперника от себя, он, чтобы не упал, делает шаг, мы ходим к нему и тянем на себе. Это кузуши, нарушение равновесия. Любой прием можно разделить условно на три части. На нарушение равновесия кузуши, на подход за бросок, как мы, и сами бросок, когда бросаем соперника. Значит, что это кузуши? Кузуши – это первые две части броска. Без наги, без окончания броска. Значит, если я сделаю ипонсэвэ наги, я делаю кузуши и поставляю себя в положение броска. Это учикоми за ипонсэвэ наги. За осотогари идет совсем по-другому. Я иду в сторону, нарушаю равновесие и работаю ногой. Не бросаю. Это учикоми осотогари. Тоже учимата. Я иду в сторону, тянем за собой, нарушаю равновесие и поставляю себя за бросок. Это учикоми за учимата. Значит, Мила, давай еще раз мы вот эти два важных моментов. Значит, учикоми – это два действия. Да. Выведение из равновесия, кудзуши. Да. И каки, да? Да. Сам вход в прием. Но… Своё тело, когда я подставляю позицию за атаку. Да. Но нет конечной фазы самого броска. Нет. Да. Потому что, как знаете, любое падение имеет эти микрорепетиции, которые влияют и как сотрясение головы, и как сотрясение мышцы.
связки и все сухое, и чтобы людям 200-300 раз тренировки не падали, мы просто имеем этот дзюдо инструмент сохранить здоровье учеников, так что работаем учеником, подходим, а потом на 20 или 30 раз бросаем, чтобы ученик, конечно, почувствовал, как идет окончание броска, чтобы на соревновании тоже работал бросок, а не только учеником. Поэтому это понятие должны разделять очень четко, потому что если мы все время это тренируем, вот 200-300 раз на тренировке, это автоматизм, это синапсы в голове держат это движение. И что случается? Если я начал схватку, и мой соперник это сделал, вот все. Я жду соперника, ученика, который весь жизнь учит коми, как кузуши. И вот, схватка идет, и как вот все. Как он меня подарил ногу, он так и упал. Поэтому я своих учеников этому кузушию не учу. Раньше меня учили, я это тоже работал, все. И сейчас вернемся на первый прием желтого пояса. Де Ашибарай. Сказали. Раз, два, вот. Это мы сделали сейчас каскад. Каскад и сделали с финальной частью. Да. С найдер, да? Это полная каска за желтый пояс, первый прием. Я долго думал, зачем японцы этот прием, который не так простой за детей научить, этот бросок поставили как первый. А потом понял, что если все работают этот шаг наперед и этот кузуши, когда сделаем это движение, он сделает кузуши, вот бросок Беаши Барайи отвечает на этот кузуши. То есть это получается, я имитирую вот это вот кузуши, который мы сейчас сделали. Но потому что если вы на схватке все пошли бросок, подход, если соперник просто отреагировал, убежать от этой ноги, как нормально, вот я оставил эту ногу за бросок. Поэтому эта ситуация очень опасная. А у новичков это действительно будет 5 секунд на кого. Буквально, когда будет бороться первый раз. Потому что опытный сразу будет наказывать его шаг. Даже на высоком уровне соревнования, где опытные бойцы готовы и все другое, много раз видим эту подсечку, как и пон, и завоеватель медали. Этим приемом завоевает медаль. С этим первым приемом желтого пояса. Это было тот, что хотел связать с этим первым уроком, который сделали, когда говорили, что это первый шаг и что это тот, как человек ходит по улице нормально, естественно. Значит, сделал шаг, переносит вес на эту ногу. Если я ему эту ногу забираю, нарушаю ему равновесие, он падает. Это был проблем. Сейчас переходим на следующую черту буквы А. Потому что буква А имеет одну, другую, третью черту. Если печатные буквы, уважаем. Значит, первая буква А научить ученика сделать нормальный шаг. Так, говорил. Схватка начинается на 2 метра. И сказали, этот шаг наперед очень опасный, потому что я нападаю, даю свою ногу, свое равновесие. Соперник будет это наказать. Но тоже очень опасно. Если я сделаю шаг назад, судья скажет, мате, шидо, примечание меня, что я убежаю от схватки, что я струсил. А это не идет. Проиграть
схватку на шидо не разрешено. Значит, мое обучение как ученика судебным правилам не сделано. Я не важно, сколько закачан, сколько у меня силы физические, технические и все другое, я проиграю схватку, потому что не учил правильно судебные правила и это движение. Значит, еще раз, если соперник пошел на меня, я сделал шаги и еще не разрешаю прием хвата, судья Матей Шидо. Все. Один раз, второй раз, третий раз. Я за полминуты проиграл схватку. У меня осталось шаг назад. Сейчас разговариваем о шаге. Потому что сказали, логика схватки начинается. Еще когда подходим к ковру, я смотрю, мой соперник висок, низкий, длинные руки, ноги, короткие, рычаги, руки, ноги. И где смотрим человека? Второй очень важный вопрос. Еще схватка не началась, только стоит. Если я смотрю соперника в глаза, как на этих голливудских фильмах показывают, кино, я не вижу ни его руки, ни его ноги. Если я еще сделал шаг наперед и смотрю его в глаза, я ничего другого не вижу. И не имею времени отреагировать. Если я ему смотрю руки, я не вижу ноги. Если смотрю ноги, не вижу, что руки работают. Значит, человека смотрим. Тут линейка ключиц и линейка живота. Это туловище, тут смотрим человека, и тогда видим любое его движение руками, ногами. Значит, это буква, другая черта, буквы А. Значит, поклонились, я не смотрю в глаза, я смотрю, как соперник идет. Опять не сразу идут в сторону. Опять за чего? Если у меня длиннее ноги, чем у моего соперника, он будет бегать за мной, что ты догонял. Вот, сам себя поставил позицию за бросок. Если у меня короткие ноги, а у моего соперника длиннее. Посмотрите, если длинная нога, я могу дистанции идти на бросок. Могу подсечку дистанции сделать, потому что у меня запас 10-15 сантиметров на длину моих ног. Потому что у меня длинные ноги. А если у меня короткие ноги, это за меня минус. Большой минус. У соперника длинные руки. Что, я его забрать кимоно не могу. Догонять его ногу не могу. Соперник все работает, а я получаю шидо. Даже без броска. Чтобы это не случалось. Сейчас тот, что мы учили, как узуши, имеет свое значение. Но только как второй шаг. Нет как первый шаг, когда подавил ногу. Но сейчас, когда схватка начинается, иди. Посмотрите, я иду в сторону. Говорили, что эта рука тут силы не имеет, Значит, эта рука опасна, она меня должна нарушить равновесие. И я иду на нее, я ее отталкиваю, или изнутри, или снаружи, неважно. Я ее отталкиваю, иду в сторону. А сейчас добавляю эту ногу. И посмотрите. Сейчас, когда пошли, посмотрите, это второй шаг, который мы работаем за кузуши, он идет за бросок. За подсечку. Если у меня ноги короткие, я иду изнутри подсекать. Если у меня нога длинная, когда я иду в сторону, я иду на пропор. Потому что пользуюсь этим, что природа дала. Не буду я выдумывать броски. Например, очень опасная ситуация. Человек имеет свой коронный бросок, и он работает. Может, целый ноги, весь жизнь бросает, может, целый ноги. И подошли, мой соперник назад, а я хочу сделать, может, целый ноги.
я иду. Вот, не успеваю, падаю на колено, или промазываю, неважно. Судья, лёжная атака, шидок. Так, раз, два, три, все. Поэтому прошу всех, когда работаем с начальником, детям, с ноечками, им должны первое четко объяснить понятие, что это нарушение равновесия, значит, кузуши наперед, кузуши назад, кузуши в одну сторону, кузуши в другую сторону, тоже так, с левой рукой, левым приемом, наперед, назад, одна сторона, другая сторона. Это первое. Но на все это надо добавить и шаг. Если у меня длинные ноги, а у соперника короткие, конечно, я иду немножко назад в сторону, чтобы он бегал за мной. Но если у меня короткие ноги, а у соперника длинные, я иду прямо в сторону, а потом прохожу, чтобы сократил дистанцию между нами, чтобы соперник имел контакт. Без контакта, контроля нет броска. Основное правило, что самое важное в дзюдо, это контроль. Сейчас переходим на понятие тай-собаки. Что это такое тай-собаки? В литературе можно часто найти, что это просто движение на одну, на другую сторону или движение кругом назад. Это ошибка тоже. А потому что в литературе, кто как переводил с японского, появилась эта ошибка, и она переносится через генерации даже. Но тай-собаки в общем это движение. Буквально перевод – это движение. А в дзюдо он имеет еще специальное значение – контроль моего движения и движения моего соперника. Если я не имею контроль, например, я сделал бросок, любой бросок, отпустил две руки, контроля нету, оценки нету. Нету оценки, нету контроля. Тоже имейте, соперник поднял, он в воздухе обернулся, вы упали на спину, он сверху на вас упал, но оценки нету, потому что его две ноги были в воздухе. Нету контроля движения, нету оценки. Это судебные правила. И по этим правилам все работаем, потому что их приносит Международная федерация дзюдо, и все от новичка до высокого мастера эти правила уважаем. Значит, правило номер один – это контроль. Не только контроль движения, это тай-собаки, но и контроль ведения себя. Я должен стоять спокойным. Если судья даже ошибку сделал, я должен поклониться. Не психать, не орать. Никакие жесты не делать. Это правило. Судебные. За эти судебные правила очень строго наказывают, если нарушаются. Поэтому новичку сразу надо объяснить. Новички, когда приходят, они этого опыта не имеют, соревновательного опыта не имеют. И как научили и дома, или где-нибудь, еще если немножко разбалованы, он сразу начинает психать, кричать и так далее. И проиграет схватку. А просто получил шидок, поклонился, пошел дальше работать. На следующий шаг, возможно, покинет соперника на вазари или на япон. Почему вазари? Потому что не было полного контроля. Япон – это скорость, контроль, скорость, сила, правильно сделано. Это четыре элемента япона. Если один из этих элементов не хватит, тогда судья показывает вазар. Это было около тай-собаки.
эти комбинации движения имеем, как последний раз говорили, там, где держу обороты, когда иду, кручу, когда иду тут, где держу руку, прохожу. Это одно движение, которое появляется. Тоже имеем вариант, идем тут, где рука, сделаем шаг, но я иду атаку на левую сторону сейчас. Это другое дело. Позже. Все эти, когда, например, имеем сугиаши шаг, разделим аюми и сугиаши. Аюми – это естественное движение. Это нормальный шаг, как на улице. Сугиаши – это нога, которая следит. Значит, нога следит. И это движение имеем укаты и имеем, когда сделаем прямую атаку. Так что это тоже надо четко объяснить новеньким. Что это? Шаг аюми, что это суди-аши. Тоже, что это тай-собаки и комбинация этих движений. Шаг вперед, закрутил. Шаг в сторону, закрутил. Мил, эти действия можно делать как самостоятельно, так и с партнером. Ну, начинаем первое самостоятельно, потому что просто детям научить правильно двигаться. Пошли от основного. Шицентай, или нормально стоим. Как сказали, широта плеча – это широта ступни. Это естественно, как человек стоит. Если у меня атака, я иду на джигутай или оборону. Если тебя атакуют. Да. Это два движения в дзюдо. Два положения. Шицентай, джигутай. Значит, и как? Да, работаем разминку. Много раз дети это работают. Так, прыгают и машут тут. Это тоже автоматизм. Очень опасно. Пятый бросок за оранжевый пояс. Значит, раз. Окуряши барай. Имеет это движение, если соперник поднялся на пальцы, даже прыгнул, ему забираем длину и бросаем. Поэтому, когда работаем разминку, работаем просто, слышишь, ноги все время идут по шкалу. Правда, я это сделаю, но ноги на шкалу. И сейчас еще одно примечание на этих движениях. Остановимся. Дзюдо. Не опираемся на полную ступню. Опираемся на пальцы и носки и немножко сгибнуть только, чтобы пятка чуть-чуть била над ковром. Для чего это важно? Когда я кручу, если полная ступня, посмотрите ноги, как ступни как скрестились. И сейчас, когда я еще на себя загружу весь своего соперника, я дальше обернуться не могу. Туловище, боки, голова, все крутится. Соперник на моей спине тоже помогает дополнительным весом. Добавляете тринетию, крутится, а ступня остается. Она заблокирована, она еще не двигается. И что? Следующий сглоб – это колено. И просто механика начинается крутить, и связки, медикаменты, и менис, все ломается. И получите серьезные травмы.
прямо больница, операция, все другое. Поэтому, когда стоим на носки, первое движение, это начинается движение вверх. Ноги, когда работают и крутят, начинают крутить ногой назад. Вот эта нога остается. Сразу в этом положении опасно. Чтобы это не случалось, первое, пошли ударить боком в соперника. Посмотрите, я иду боком, нарушить равновесие соперника. И что сейчас случается? Когда я сделаю движение боком, моя пятка автоматически поднимается с ковра, и сейчас колено свободно двигается в другом направлении. И сколько я резко сделаю ревок боком, только и обернусь. И это то, что на высоком уровне, когда готовимся за европейский мировой чемпионат, то сделает разницу времени. Потому что все закачаны, хорошо подготовлены, но большой проблем, кто быстрее его время сделает свою атаку. И все. Если я здесь сделаю раз, два, три, это слишком много. Это две чуточки времени подарка соперник отреагировал. А если я с этим рывком сделал, это все одно. И даже это самые медленные мышцы нашего тела. Чтобы они во время движения попали как руки и ноги, они должны первые начать движение. Чтобы на кольцо все одновременно сделали. А если я все сделал, и шаг ногой, и руками, и сейчас начинаю крутить, все, время ушло. Это проблема ножек. Это тот, что находится всех бросков дзюдо, эти правила, и просто это буква А. Еще не пошли учить ни страховки, не пошли учить ни броски, ничего из этого. Только сейчас на первых несколько тренировок объясняем новеньким, чтобы они поняли, из-за чего работает. Раньше всех нас учили. Нарушение равновесия. Забираете все эти три пальца, чтобы оно, корень пальца, и касается, и тянем вверх, как смотрим на часы, это когда держим руками. Тоже, когда все эти пальцы забираем обороты и касаем палец и крутим как лампочку на потолку. Вот, потому эти два добавляем, тут что объясняли на первом уроке. Ладочки вверх, ладочки в сторону, и смотрим все так. Все это идет, потому на все это добавляем шаг, все это учим шаг по шагу, элемент по элементу. Но на схватке этих элементов нет. Детям надо объяснить, что это просто упражнение за подготовку тренировки нормального броска. Потому что они тоже там на соревновании смотрят, забирают, и сейчас начинают. Раз, два, три, четыре. Господи, время прошло. Судья поднял руку и все готово. Поэтому все это работает одновременно. Значит, и удар боком, и ладошки, и все это одно. Все это одно. И тогда имеем подготовку за бросок. А дальше, когда объясняем броски, это движение, значит, я не сделаю шаг вперед, я тут стою, эта нога, на ее опираюсь, и она крутится. А это рабочая нога, она немножко в сторону, назад, так,
кому удобно стоять. И что сказал? Одновременно, он что должен научить. Одновременно Бог идет к сопернику и ладочки на потолок. В этом континуитете я пошел крутить, как начал крутить Богу, так должен крутить плеча. Если я оставил плеча здесь, а закрутил, я сам себя спину затормозил и оставляю себя в плохом положении. Значит, эту синхронизацию на уровне кудуш или чикония, когда добавляем еще ногу, руку там, где надо, по такому образцу, надо сделать, научить детей одновременно. Значит, это первое одновременное напряжение, это одновременно все. Из этого сейчас я могу нога тут, рука тут, это все дальше развитие этого вопроса буквы А, расширение буквы А, буквы Б и так далее. Но до этого расширения надо очень хорошо дети научить тоже на левую сторону, значит, тоже руки, бок, руки, бок, левок. Вот все. Это основа. Это база для всех бросков. Милан, у меня сразу вопрос, но я думаю, что у многих тренеров и самих занимающихся дзюдо, по твоему мнению, опыту, сколько времени и как часто вообще надо уделять внимание вот этим упражнениям? Только в начале или в конце, или там 10 раз сделал и достаточно? Знаешь, так, очень просто. Это очень быстро забивается. И мелочи очень быстро забиваются. Их можно парировать, когда через месяц-два, когда ломики освободились, пошли нормально работать, знают упражнения, разминки, знают кроссовки, все как идет организация урока. В течение разминки просто их оставить, без соперника, но чтобы этот автоматизм остался, чтобы правильно работал. А потом, когда обрабатываем броски, первошкольные, потому на этой школе добавляем вариации этого броска и готовим под конкретного ученика, что ему делать, какие броски, выбор бросков, соревнования, все другое, тогда не думаем, что он все это знает. Что он знает и крутить кистами, и поставить корни ладошки, заблокировать плечо, или корни ладошки оттолкнуть голову сопернику, потому что идет, где идет голова, там и тело падает. Это линию неприкасаемо. Это судья наказывает, но линия челюсти, она разрешена. И посмотрите, за бросок уши гарит, или за бросок ухо гарит. Очень важно это движение. Эти ладошки кисти крепят. Потому что вот нарушение равновесия. Без шага, без чего, я только закрутил. Вот все. И если я, как говорили, учи коми за этот бросок, это значит, никогда не забыл. Даже если ты мастер высокого уровня, 5 минут, 10 минут повторить на скорость 340 раз в другую сторону через движение. Обычно, когда перед соревнованием, чтобы не травмировались,
ученики, потому что это подсознание, психоза, напряжение при соревновании очень опасно. И они на тренировках, если работаем в рангах, схватки, тогда очень опасно, очень легко пытаются травмы день перед соревнованием. По статистике, потому что это подсознание, они просто начинают всю эту энергию на себя, на своего друга, и не смотреть, и случается. И тогда очень важно просто сделать это. Вдох, движение, вот, мягко, все. Кто гоняет вес, пот идет, кто нормально себя разменяет, но опасности травмы нет. Ну, сегодняшнее второе видео мы на этом заканчиваем. Я благодарю Милана, что он так тщательно объясняет, рассказывает. Я думаю, что для многих это будет очень полезная эта информация. Она расширит понимание методов преподавания дзюдо. И в заключение еще Милан, может быть, что-то хочет сказать. Я так думаю, что, возможно, у вас опять появятся вопросы. Вы можете их оставить в комментариях, какие-то вопросы свои. И мы постараемся в период, пока я здесь еще в Сербии, снять еще некоторые видео, может быть, ответить на эти вопросы и как бы дополнить общую картину всего тренировочного процесса. Но я был бы очень рад, если бы там в комментариях появились и вопросы, и ваши размышления об этом вопросе из вашего опыта, потому что любой тренер под себя и под своих учеников готовит по своему опыту, образованию, всему другому систематизацию учебы, тренировочного процесса. Это то, что я показываю, это только один из этих возможных процессов обучения. Но я очень рад, как индийская пословица говорит, мой самый лучший приятель тот, который меня указывает на мои ошибки. Поэтому я очень рад, если бы в комментариях кто-нибудь сказал свое мнение. Тоже то, что Роман Георгиевич говорит, что возможно еще несколько съемок сделаем, но я тоже свои данные ему даю, там мой имейл, телефон и все другое, если кто хочет напрямую поговорить, об какому вопросу тоже, да, чтобы имел возможность. В описании к этому видео мы дадим контакты Милана, чтобы с ним можно будет связаться, задать вопросы, выйти напрямую на связь, чтобы как-то уже контактировать и совместно повышать уровень знаний дзюдо. Спасибо. Спасибо.